Так, сегодня 30 марта. Северо-запад Пермского края, Верещагинский район, деревня Никишата. Среднерусские пчелы. Как они у нас отзимовали. Но здесь у нас 19 семей. Из 19 семей при первом осмотре было выявлено, что одна семья отошла. Но это была слабая семья там. И под ней уже сомнения были по ней там в самом начале. Вот, откопали передние литки. Сейчас вот несколько дней стоит такая погожая погода, пчелки даже облетываются. Вот, зима была суровая, потому что в декабре снега не было, холодно было. Да и потом достаточно холодные стояли дни, там по 30 градусов мороза. Что мы сейчас будем делать? У нас на всех ульях стоят высокие дони. То есть как высоким? Сейчас мы будем снимать корпуса, ставить вот эти фанерки, то есть сокращаем дно. И сегодня мы еще хотим поставить всем меда и перги, потому что, ну, чтобы исключить вариант того, что там нехватки кормов. Ну, потом осмотрим, я все еще покажу.